Доброго времени суток всем. Большое спасибо, что вы на моем канале. Большое спасибо, что являетесь его подписчиками. Если нет, нажмите кнопку подписаться. Однажды это спасет вам, вашим друзьям, знакомым, близким большие или маленькие деньги. Итак, об инвестициях. Итак, о тех, кто желает кому-то отдать деньги. Итак, о тех, кто верит, что по договору займа можно стать инвесторам и заработать большие деньги. Лента.ру, мощнейший новостной портал России, сообщает: саратовские аферисты обманули вкладчиков на 5 миллиардов рублей. Следователи Главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении представителей инвестиционной компании «Ростинвестгрупп», подозреваемых в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По информации МВД, представители инвестиционной компании принимали деньги у граждан, обещая им высокие доходы по вкладам. В среднем 130-150% годовых. В сентябре текущего года организация прекратила свое существование, так и не выполнив обязательств по возврату денежных займов, обратите внимание, по возврату денежных займов на общую сумму более 5 миллиардов рублей, причинив тем самым потерпевшим значительный финансовый ущерб, говорится в сообщении. На сегодняшний день в саратовскую полицию обратилось более 70 граждан, пострадавших от деятельности фирмы. Пресс-служба отмечает, что потерпевших может быть намного больше, так как в саратовском структурном подразделении инвест-компании имеется около 500 неисполненных договоров займа. Ранее в отношении сотрудников филиала компании «Ростинвестгрупп» уже были возбуждены уголовные дела в Кировской области и в Республике Мари-Эл. Материальные претензии по обоим делам, составили более 140 миллионов рублей. На данный момент выявлено более 900 пострадавших, их число продолжает расти. Ну вот само сообщение, тот самый оригинал на сайте, как мы видим, Главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области. И я вновь обращаю ваше внимание на то, что нужно достаточно придирчиво относиться ко вкладам во всевозможные громкие названия, в частности «Ростинвестгрупп» и прочие мега-супер-вау-инвест-компании. Если вы хотите понять, что это та самая компания, которая вам нужна, не постесняйтесь обратиться к нам, не постесняйтесь написать на скайп, который находится под этим видео. По данному скайпу работаю не только я, но и группа профессионалов, которая всегда вам подскажет, куда правильно вложить деньги. Лучше всего инвестируйте деньги прямо в себя. Удачи, всего доброго.